Привет всем, с вами установочный центр ПК. Сегодня у нас Camry V70, свеженькая в комплектации комфорт, с парктрониками, штатной камерой заднего вида. Сегодня была установлена сюда магнитола на Android. Большой 10-дюймовый экран, IPS-ный, очень яркий, покрытый стеклом, не пластиком, а стеклом. То есть можно протирать тряпкой, можно чем угодно, ключами даже повозюкать. Яркость потише сделаем. Черный цвет, под черный рояльный лак, все прекрасно смотрится. Магнитола поставляется в сборе, ну, с так называемой саблей, то есть вот это все, ну, ценный кусок пластмассы. Большой яркий экран, сочные цвета, да, мы сейчас яркость сделали поменьше, при максимальной яркости, естественно, экран очень яркий и, соответственно, при любой погоде его видно прекрасно, даже при засвечивание солнцем. Сделаю потише, чтобы не засвечивал. Большой экран, классный звук, поддержка штатного мультируля, громче, тише, вперед-назад. Поддержка коншины, отображается у нас открытые двери. При желании можно включить отображение климат-контроля, мы его отключаем, потому что он и так здесь отображается, чтобы не мешало. Показывает температуру за бортом, ну, естественно. Штатный USB работает, в бардачке у нас отдельный USB и слот под сим-карту. Так как в магнитоле встроенный модуль 4G. Переключаемся в реверс, ну, естественно, при наступлении, появлении препятствия спереди у нас отображается передний парктроник. Переключаемся в реверс, едем назад, и у нас отображается задний парктроник. Это прекрасно. Парковочные линии поворачиваются, их можно отключить. Так, Яндекс.Навигатор, например, радиоприемник. В радио мы видим, ну, во-первых, можем менять фон, да, картиночкой можем менять фон, приятно очень. Имеем огромнейший эквалайзер с прекрасным звуком, звук автомобиля сочный, качественный, даже немножко такой удушливый. Баса можно при настройках эквалайзера в ноль. Баса достаточно, в средних и высоких тоже. Звук стал намного лучше. Ну, естественно, можно накрутить, кому как нравится. Звуковое поле настраивается тоже. Есть два пресета на всю машину и на водителя. Едем в одиночку, слушаем себе. Едем с женой, включаем Full Car. Понтуемся. Вот. Это есть. Опять же, поддержка коншины есть. 11 градусов. Последняя запомненная температура. Далее со звуком разобрались. Работает видео в движении. Видео проигрыватель можно свернуть, он в маленьком окошке играет. Открыли себе Яндекс.Навигатор. Едем по Яндексу, смотрим видео, делаем чуть погромче, побольше экран, да, можем подвинуть себе куда-нибудь сюда. Также имеется возможность разделить экран. Навигацию ставим налево, в серое поле переносим. Справа все ставим то же самое, например, видео. Вместо видео мы можем сюда поставить и YouTube, и все что угодно. Меняем пропорции экрана. Водитель смотрит навигацию, задние пассажиры смотрят видео. Экран позволяет смотреть видео со всех углов. В общем-то, его видно изо всей машины. Также камера заднего вида у нас отображается в окошке. Вот такое вот устройство мы установили. Прекрасно работает. Выбор нашего установочного центра, выбор редакции. Вот. Обращайтесь к нам. С вами был установочный центр ПК-Авто.